Что, Давыдова нет, что ли, сегодня? Он поехал Марину встречать. Что-то долго встречать, не знаю, что. Ты очки положил, нет? Какие? Нет, не я. Что тебе? Первый там? Андрей сейчас батюшку повез там, по этим, по делам. Батюшку повез. Потом приедет. Как все наймет. Пенсию получаешь? Ничего не получаешь. Ничего не получаешь. Так как про такси, ничего не получаешь. Меня не дает. Ладно, все. Не дает. Не дает. Увезу, увезу. Раньше делали все во славу Божию, а сейчас за деньги. Смотри, никогда ничего не говорили про деньги. Работали, помогали, все во славу Божию. Во спасение души. А сейчас только деньги. Время-то меняется. Ну, все да, меняется в жизни. Все меняется, точно. Произошла подмена Бога. Да. Считай, еще стоял. Никто ничего не дал, ничего. Молитесь, не надо это, стоять на месте. Время идет, и все. Ну, не хотят заходить. Но... Все на камеру, там, на камеру сниматься никто уже не хочет. И собрание рядом организуют. Вот и не надо ничего. Никто не хочет на камеру сниматься, все убегают. Самые верные. Нас не прошибешь. Не мытьем, как это не. Одно и то же, хоть что-то другое. Дай, Людочка, я приду. Ты платки не забирала там? Где? Полотенчики и платки вот там на столе. Нет, зачем ты? Ну, ты их меняешь. А когда ты их положила, Таня? А? Может, они вот здесь лежат? А когда ты брала? Там в детской они все, полотенчики все. Да. Ты уносил. Я туда уносил. Ну, вот сейчас найти не могу. Он у меня включается и все. Да я вот только что говорил, что они не разобрал. Так себя домой унес заряжать. Здесь заряжаться. Не зарядилась? Нет, она же долго заряжаться. Ей надо около суток заряжаться. Около суток? Да. Ничего себе. Нашли тоже кулинку. А сколько меня дорогие. Царь небесный, утешитель души истины, иди в
Господи, просим Тебя, благослови наше собрание. Прибудь с нами и в этот воскресное утро. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Дай все услышанное здесь принять верою. Дай силы исполнить и поделиться с другими людьми. Хвала же Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Причастники на собрание. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 17 глава, с 12 по 19 стихи. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Толкование. И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует угождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот 10 человек, прокаженных, встретили Иисуса, когда он имел войти в один город. Встретили они его вне города, ибо им, как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города. Левит 13:46. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не смея приблизиться к той мысли, что Иисус возгнушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Псалом 144:18. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека. Ибо они называют Иисуса наставником, то есть господином, попечителем, надзирателем, то есть очень близко к наименованию Его Бога. Иисус повелевает прокаженным показаться священником, ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы или нет. Левитам 13 глава. Священники имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали. И им приносили дар, какой повелено в законе. Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая была им нужда показаться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы и сначала говорили, из 10 человек 9, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был и чужого рода, возвратился и высказал свою признательность. А самаряне были ассирияне, чтобы никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых предков сим не хвалился. Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. 10 прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и относящую далеко от, и отстоящую, простите, далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости, ибо для человеколюбивого и желающего спасти
для желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога, самое сильное побуждение к милости – видеть, что никто не участвует в благости. Поэтому-то самому он преклонился уврачевать находящихся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест – суть слава Божия. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славы. А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог, столько человеколюбив, человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Спаси Христос, брат. Хочу сказать, братья и сестры, что мы давно уже не благоговеем перед Словом Божиим. Из чего это видно? Из того, что там в коридоре отдельные собрания. Слово Божие нас не интересует уже. Всегда мы теперь начинаем наше собрание с толкования святых отцов на евангельское чтение, которое читается в воскресное богослужение. Неинтересно нам. Вот те, которые не пришли сюда, не зашли сюда, они что, придут и будут читать это толкование на сегодняшнее евангельское чтение? Сомневаюсь глубоко. Слышите Слово Божие, замрите. Какие движения, какие там разговоры между вами, передавание чего-то, каких-то вещей. Наша община создана на Слове Божьем. На трепетном отношении к Слову Божию. Потеряли мы это давно. Потеряли эту первую любовь. Когда мы бежали на занятия. Все бросали, все свои мирские дела. Чтобы услышать Слово Божие, чтобы услышать толкование святых отцов на это святое Божие Слово. Призываю трепетно относиться к Слову Божию и вернуться к первой любви. А кто не имеет, обрести эту любовь. О благочестии в храме. Подвое подходим мы, кланяемся вместе, следим друг за другом, чтобы это было синхронно, правильно, красиво, пред Богом и пред людьми. Одновременно настенили себя крестным знамением, дважды подошли, поцеловали крест, поцеловали Библию Святую, отошли дальше, поклонились еще третий раз Господу и подошли ко кресту, к благословению батюшки. Все чинно и благолепно. Красиво. Толпотворение после причастия. Ну, отошли вы там, причастились, отошли в правую руку, двумя руками уцепиться за эту чашку, что она такая тяжелая, не можете донести ее до рта. В одну руку взяли чашку, выпили, запили вначале все. А потом уже в свободной вам обстановке поставили эту кружку на стол, чтобы в нее можно было налить воды еще. Взяли в другую руку хлеб, антидор, и отошли, уже никому не мешая. Ну, это же элементарно просто. Блюсти за собой нужно. Нудить себя, заставлять себя. Чтобы это было благоугодно Богу. Чтобы пред Богом было все чинно. Батюшка не пришел еще? Игорь Тихонович, вам слово, пока все здесь. Я говорю в первую очередь, чтобы дети слышали. Сынки.
Нам нравится, когда мы видим, какие дети... О каких косынках? Ну потом косынки будут. Так сейчас говорили об этом, не разговаривали. Даже никаких. Начала говорить, уже как вот племен... Ну косынка и важнее. У нас была тогда-то, приходила инокиня, знаете, Ольга. Если она открыла рот говорить, а у нее предложение 80, никто ее не остановит. И куда она? Чем кончилась? Вон мусорный ящик. Ухватилась за него и орала, стояла, пока команда из психбольницы не приехала. Доиграла, довижалась. Что-то не по ее сделали. Взять, делал. Она сама пришла, рассказала. Оградку не так. Она ногой пришла, все развалила, оно же покрашено все. Это куда годится? И где она? Да нигде, нигде. А начинает как будто бы слышать, видит. Люди не заходят в собрание, оно им не нужно. То есть чем живут? То, что стоял на литургии, а литургия это переведи, это общее дело. А общее дело какое на литургии-то? Молиться. А ты нужды-то не знаешь. У тебя литургия-то не полная. Ну маленько так вперед чуть-чуть начни рассуждать, ты и только взахаришься. Почему у человека такое страшное лицо, когда умирает? Отец, помолись мне сейчас для покаяния. А он ему отвечает, сын мой, сколько же этих часов было, я тебе говорил. Гляди внимательно, как одеваются люди. Ты не знаешь, как кланяются, как беседуют. Ты это бери все опытом, подражанием. Лиса учит лисенят, волк волчат там своих учит. Везде подражанием. Здесь как будто ни разу у нас не были. А он ушел. Кто-то пришел. И кто проходит вот сейчас у нас здесь соглашение, это важная тема. Очень важная. А у нас были такие нынче крестились? Да, были, которые не проходили. И уже на подходе уже начались у них неполадки. Их нету. Время оглашения, они на собрании нету. А то я говорю о брате Игоре Дубанове, я не знаю, где он сейчас. Он жену встречает. Ага. Он с ними говорил. Они батюшке пожаловались. А что он нас заставляет? Мы не были. А какое ему дело до нас? Ничего не будет. И уже крещение, уже все. Ответили. Проголосовали против. Мы говорим, что наше голосование имеет рекомендательный характер. Решает все батюшка. Отдельно поговорили. Батюшка допустил, и мы согласились. Но больше их ни разу здесь не было. Теперь только в мире встречаем этих людей. И, как правило, везде командует жена. Вот у нас, которые были, через себя, которые приходили. Так, следующее будет исповедь 4 числа. Не 5, но 4-5 буду ездить. Вот. А мне какие вопросы есть? Ну? Нет, ничего. Так, здесь вот я заказывал календари. Мне прислали календари из Омска. На 20-й год. Яркая печать, очень яркая, хорошая. Значит, календарь стоит 200 рублей. Я с такой цене. Значит, возьмите, если не хватит кому, составьте еще сколько нужно. Тогда мне пришлют еще. Вот. Вот. Так. Ну все, я еду сейчас причащать болящих. Не они его. Там еще. Все. Никаких вопросов нет ко мне? Ангел-хранитель. Благословит нас Бог. Ну, хорошо. Ну все тогда, поехали. Держи. Держи. Я начал говорить о детях. Вы редко, когда подходите и говорите о своих детях, вот она не хочет в храм идти. Или ребенок не хочет молиться. Вы же понимаете, что это трамплин куда? Если дети не спасутся, то тебе надежды на спасение очень и очень мало будет. Это говорит Писание. Ты, Писание говорит, вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Ты как должен кричать? У нас по теряевке только одна мать приходит и вместе может помолиться со слезами. У меня дети совсем неверующие растут. Мы уходим, в холодильник залазит, постный день там подбирает, что есть. Совсем страха нету.
Ну еще делать ничего не сделаешь, а что ты сделаешь? Мы стали молиться, и вдруг стало исправляться. Вы знаете, у меня какой был случай в Потеряевке. Я прихожу, голубь один, другой дохлый. Я в кормушку посмотрел, она висит висящая от мышей, чтобы не залезли-то. А там все отравлено. Человек пришел ночью, насыпал отравы, протравил зерно, и голуби пропадают. Я принес все это на собрание, там, когда у нас в спортзале-то, посмотрели, что сделано. Что можно сделать? Другой, с каким трудом завозим то, чтобы запрудить? Сваи вырубаем, ошкурили, заострили, привезли, осмолили, все сделано. Но поставить мы не успели, предупредили, заходить нельзя, коров не гонять, и коров гонят. Приходим, этими сваями зажгли, Потеряевка, рядом никого нету. Оказывается, все делал один человек. И когда я сказал, что я узнал, а где он? Тысячи километров от нас. Но молитва все сотворила. Мы уже годимся спать, стучится человек. Я вышел, что? Это я все делал. А зачем же делал? Губы дрожат, не знаю, что сказать. Я говорю, давай договоримся. Ты не будешь забывать, а чтобы я забыл. И ты никому не говори, и я не буду говорить. Давай помолимся. Это живой Бог, живая молитва, еще раз говорю. Все остальное, ты помолитесь за меня. У нас один ответ. Сразу отдаем отбой. Если ты говоришь помолиться, мы становимся сейчас. И вот сейчас 100 поклонов, 7-кратная молитва. С нами вместе-то. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты себе не поможешь, я на то уст. Сколько у нас всего вот такого, как будто не видели. Начинаю говорить, ребятишек уже нет. Я попросил, дай тогда раньше мне сказать. Вы смотрите внимательно. Вот ребенок сидит и все время рукава вот так тянет. Они длинные, а до сих пор. И Гвижона сопли вытирает этими рукавами. А теперь дальше, зачем это нужно? Рукава не для этого, они длинные, два варианта. Загни, пришей их туда, или обрежь. Ну это простое, но это же растет будущим человек, он должен кому-то передать опыт, которому учится здесь. Это вам безразлично, вы этого не видите. У меня знакомый один, у баптистов пришел и говорит... Зашел юноша, я не знал кто, какой он аккуратный, как он поздоровался, во всем у него этикет. Почему им занимаются? Ему 16 лет, а у него уже перспектива большая. Его уже приглашают кое-куда, зная о них. Есть такие организации, которые смотрят, как студенты учатся, масонские организации. И они выбирают. Кеннеди они заметили очень перспективный, что отметила и Жаклин, будущая жена. Сразу предложили. Из всех президентов Америки один только Джон Кеннеди не удостоил чести. Чем закончилось? Он ответил, что я не хочу с вами быть, это стоило ему жизни. И порвать с сатаною, это тоже чего-то будет стоить. Это не просто так. Мы вышли на бой. Человек говорит, знаешь, надоело уже, все старые, надо покой. Иоанн Златоуст говорит, за одно это слово тебе места в гиене мало. Гиена это конец, пропасть. И за одно это слово тебе в гиене места мало. Какой покой, когда Христос на кресте. Он умер за нас. За каждого страдал. И тебе покой нужен. Где ты видел покой, там, где действительно нужно бороться. Я один раз посмотрел фильм, как на севере олени. Пурга. И люди в чуме, этот чум переставляют через каждый день, переправляясь. Ветер это всюду. Как они расстилают под ним снег, но они что-то перевозят с собой. Я сейчас каждый день молюсь, Господи, те люди-то на севере. Мало того, еще живут и радуются, да и детей рожают. Вот такая температура, ты слышишь, какая? Заваливается. И пурга. Он встал, ночью волки пришли, и почти 1000 оленей угнали, неизвестно где. Он посылает мальчишку 14-летнего, одного на нарте. Мать плачет, это же мужик, за столом все, и все снимают. Никто не говорит, не снимайте, а у нас не снимайте. А почему? Опыта своего нету и не знает. У нас сколько приходят, крестятся, там все через интернет пришли. А которых не пришли, в десятки раз больше, я каждый день получаю. Я столько лет смотрю, мой духовный отец и то другое. Занятия были в университеты? Нету, и все. Только убыль идет. А остальное приходит только через интернет и где-то. А который рядом, вот он, Евгений, пришел, еще неизвестно, что будет. Но пока замечаний нету, Игорь с ним занимается.
если думаете принимать крещение, серьезно отнеситесь. Мы вышли на конкурс. А конкурс такой, бегите, говорит, чтобы получить. Многие бегут на ристалище по стадиону, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Лишнего убирайте. К нему зашел сегодня один. Ну, видно, что культурный человек. Я хотел поговорить, у меня вот то другое. А я вижу, что у него лишнее вес. В конце я ему сказал, какой рост, какой вес. 65 килограмм лишнего веса. Лишнего. А я хирург. И случилось так, что с печенью что-то было, кровотечение. И свидетель Иеговы ребенок. Родители сказали, ни в каком случае кровь не переливать. Я не знаю, заменители разве не предлагают сегодня? Мы специально для свидетеля Иеговы можно было что-то сделать. Какой-то законсервировать. Ну не кровь, если они... Они боятся Бога. Вы не думаете, что это просто так? Калмыкия, столица Эллиста, Российская Федерация, одновременно заразились СПИДом 475 детей. Повторяйте, что это? 1500 детей. И что? В пакете все было запечатано. Кто положил заразное туда в пакетики запаянное? А я взял, готовый купил. Не всегда доверяйте. Зеленый свет горит, а ты оглядываешься. Иной прет на зеленый свет. И под машиной будешь. Пьяный поп разогнался, идет ремонтные работы, табличка стоит. Ломанул двоих сразу насмерть, а третий коллега поп. Регистраторы все сняли, но на завтра все убрали, кто-то убрал. Церковная мафия, самая страшная на свете. Мне столько угроз идет, конца края нет. Мы приедем, мы последний раз вас видели. Зубами скрежещет. Я прошу учесть это. Самое большое сейчас известие будет для вас. Вот это лежат книги. Я имею к ним какое-то отношение. Я 50 лет готовил то, что вы передать. Вышли книги, там написано, когда 10 лет. Первая книга и сегодня. 10 лет. И за 10 лет не поднималась у нас цена ни разу. Уперлась и стоит. Это давно-давно запредельно много стоит. С сегодняшнего дня трехтомник никому в руки не даем отдельно. Только в комплекте все книги. Про них не знают, а у меня уже нету их. Это был вот брат Себастьян брал, это последний, все. Дальше будем думать, кто-то скажет где-то. Сразу Молдавия заказывает нам Новый Завет. А его нету, только в комплекте. В комплекте сколько стоит? Я сказал, вот, за два комплекта, но они, если бы так, то полный комплект с пересылкой за границу 1200 евро. Это долларов. 1200 долларов. А здесь, они говорят, а мы нашли выход, не могли достать денег столько. Ну, здесь, около Москвы, получат, а мы приедем. Можем, 88 рублей. Тысяч. Все, цена совершенно другая. А на месте, который берет полное, вот это, 30 тысяч. Где у меня Галина Николаевна не видно, чтобы она знала. С сегодняшнего дня. Потому что ничего нету. Мы, оказывается, подарили, вот это второе издание было 2000, больше 1000 экземпляров, то есть больше 50% подарили. Совершенно не просто подарили и все. 650 городов проехали там и прочее. Значит, это мы исчезнем. Самый долгожитель здесь среди нас, кто сидит, это вот эти книги. Нас не будет, по одному мы уходим. Книги будут жить не год и не два. Мало того, мусульмане теперь начинают искать. У меня все слои населения какие были, и начальники, и другие, откуда-то приходят, а можно взять? Отдавал. Вот и к истинному православию. Но тот издали дополнительно 3 тысячи, я могу сейчас по 5 отдавать даже к истинному православию. Она далась мне не просто, 40 лет собирал труд. Вам понятно? И посягать на это не надо. Потому что... Ну, все, что могли сделать, больше никак не могу сделать. Дальше эти книги, их никто не знает. А теперь я их прицепляю к этим, это я один автор, издатель. Они уходят. И везде говорим, даем разрешение нашей книги переиздавать. Ну, будете, экземпляров 100 дадите мне для подарка, чтобы сделать. А это очень-очень дорого стоит, чтобы разрешили. Я даром разрешаю. Пока никого нету. Вот первое, что хотел сказать вам о книгах. Я не вижу Андрея здесь вообще. Он повез батюшку. С батюшкой повез, он говорил. 2,5 дня назад, вечером, мне звонит он. Уже к вечеру дело. Нам нужно, я хотел бы встретиться, можно нет приехать. Слушайте внимательно.
всегда везде сидит здесь. Когда считаешь что-то, мы говорим, он там свой этот уткнется и там сидит. Тихий, смирный, безотказный, подвести к дрова, там, Потеряевку. Ну, замечательный. Я говорю, пожалуйста. Через сколько? Ну, я быстро, я через полчаса приеду. Ну, я все ворота, все открыл. Он приезжает. Я смотрю, как будто другой человек. Он вот так вот сидит. Он только не говорит, а слово прямо рвется. Я жить не хочу. Я чувствую, такая пустота. Мне ничто не дорого. Зачем я живу? Какой... Зачем я ему нужен? Я говорю, ты поехал за лекарством? Раскрывай рот. Значит, сейчас оповещаешь родителей своих. У него отец, мать живой и брат. И ко мне переходишь жить. Согласен? Согласен. Ну, давай, езжай. А на завтра, если ты приедешь, пригласи отца с тобой, чтобы он увидел, куда сын забрел, каким сектантом, какого гуру нашел себе. Ну, он не захотел, но договорились, на Рождество тогда, может быть, сумеет мама с сынишкой прийти где-то. Проходит день. Дальше я уже почти не занимаюсь. Дальше Владимир Александрович у меня занимается этим. Вот он стоит, снимает. Вы видели сегодня, какой у него уже? Он же сегодня уже причащался. И люди, которые видели, мы сразу выставили. И он, ну, прошло одна минута, кажется, прошла, как поставил, 230 человек посмотрели. То есть запредельно рекорды кинулись. У каждого, у меня тоже болит это. А мне как? Ну, не могу я всех себе собрать-то. Но я знал, у нас был такой человек один, Михаил Петрович, полностью спившийся, ничего нельзя сделать. Вот обращаюсь к Татьяне Кузьминичне, у него мама больная, старенькая была. Идите туда, живите с ней, а он переходит ко мне. Неделю прошла, у него ничего не осталось от того. Вот у нас сидит сын отца Павла с Камилами, Ярмоленко. Его там оскорбили, его там не допускают. Здесь было, когда был Максим еще здесь. И он ко мне приезжает, тоже у меня живет и спит и работает. Я ничего не говорю, только так намек даю где-то. Он сколько прожил, я не знаю, то ли зиму или что-то. На три дырочки ремень у него стал меньше. А дырочка это вот. Дырочка от дырочки. То есть он уходит, с собой берет один ломтик хлеба, утром не завтракает. А работать на стройке, кирпичи проще таскать. Все, и поплыло. А потом приезжает, вижу опять дырочки в обратном направлении. Да жена хорошо готовит, там Надежда Павловна, или как ее было звать. Я не буду все время тебя коровить. Он ревностный, все, и вот такое дело. Значит, Андрюша у меня остается пока. Занимается, утром встает вместе. В 4.40 то он никогда не вставал. А теперь 4.40, и сразу начинается молитва по интернету. И он сразу видит это все. И это меня коснулось. Теперь запоминать, Володя как записывает, отдельно на картонке, отдельно местописание. Я никогда не занимался. Но на другой день уже Евангелие на работе стал раздавать и говорить. Да радостный такой, да смотри, сколько тут радости-то. А ничего, я совершенно не занимаюсь. Единственное, что только молюсь. Я встаю, вот сегодня 15 минут или 20 минут второго встал. Это уже все, это мое беремя. До 4.40 должен печь затопить, ответить на вопросы. Начинайте работать. Вы сильные, крепкие, здоровые. Но никогда не хвалитесь болячками. Моя мама до самой смерти все спрашивала. Сердце болит, а что это такое? А в каком месте она находится, сердце-то? Она не знала, в какой стороне груди она находится еще. 12 детей родила. Муж инвалид. И всякое бывало. А что, когда не придешь, она считает акафисты. Да двое очков. Я один раз ей потребовался, зачем? Она двое очков налепила, а там мухи залезли, мух прогони, сынок, там между очками они там мельтешат. Готовьте из своих дочерей достойных матерей. Пришло радостное известие, сегодня скинули мне Андрей Кураев, поддерживает патриарха Кирилла, который за русский язык. А у нас к истинному православию все говорится. Что мы терпели? У нас приезжает новый архиерей, митрополит Сергий Иванников. И диакон выходит, а Евангелие-то по-русски считать надо, он спотыкается. Он привык там тянуть аки-паки, да. А здесь надо все слова выговаривать, и видно не так. И ни разу этот митрополит, я его называю наш митрополит,
хотя мы не московская патриархия, принадлежим по-прежнему к Русской Православной Зарубежной Церкви, никогда не сказал, ну, мы тут у вас служим, мы как-то, нет, к истинному православию, Духа Святаго Господа, истинного животворящего, они выкинули, у нас считают, поют, он махал, а тут истина нету, дальше подхватил и пошел, там отец Владимир был. То есть вы стойте на своем. Повторяю, когда у нас надписи написано, ну, а надпись там выжгла, солнце что ли выжгло, нету там. Господь говорит, ты оставил меня, и я отвергну тебя, и простру на тебя руку мою, и погублю тебя. Точка. Я устал миловать, Бог говорит. Он сразу подошел, прочитал, а где это напечатано, где это написано? Ну, 16.5. Иеремия. То, что он заинтересовался, подошел, прочитал, знаете, как это? У них тут к нам приезжает священник, Беляев отец Сергий, он бывший секретарь епархии-то. Батюшка, когда уезжает, приходит к архиерею и говорит, меня не будет, а бывает у меня тут болеют люди, там, певать. Архиерей что делает? Спрашивает, а кого бы вы хотели? Понимаете, вот это задушевность, вот это видит человека перед собой, да батюшка дает такие еще... напечатывает на бланке, что под судом не состоит, может везде причащаться, поехал. И знает архиерей, что он не наш архиерей. А почему он такой? Я не знаю. Я знаю только, что будучи священником, он служил уже в других странах где. А не так, что из харистов, когда этого был, епископы. Он же архиепископом дня не был. Его сразу в митрополиты. А почему? Молитва. Я еще раз хочу сказать, двери открыты. И ты прости, Господь, совершенно невыполнимое. И Бог это сделал. Уже сколько раз грозились, и он сам говорил, его собирается куда-то перевести. Пока стоит на месте. Я думал даже одно время написать, может, патриарху-то, чтобы не трогали, да и забоялся. Я бы сказал, что на этой неделе у меня было. Я обратился к нашему юристу, брату Себастьяну, помочь мне. У меня на сердце написать точно не знаю куда, но я знаю, огромная несправедливость у нас в государстве случилась. И как-то слабо так прошло. Есть такая секта свидетелей Иеговы. Их запретили, отнесли к экстремистским организациям, а раз экстремистские, прилепили слово, ну, а дальше что, закон идет с экстремом на бороться. А экстремисты кто? Боевики взрывают то другое. У них 400, кажется, 75 или примерно так вот, где было... Дома украли, ну все нормально было, залы царств называются. И все изъяли, и пока в одном месте приходят, а у них закрыто все было, то они взломали, заходят, а наружное наблюдение, там внутри там снимает, он подходит, оглянулся, никого нету, и в шкаф им подкладывают свой материал. А теперь материал заграничный, то другое, им показывают, это кто подкладывал-то? А в маске пришел, засняли все, то есть подделка какая. Да, они даже их еретиками нельзя назвать, они ариане, они не признают Христа за Бога. Но это хорошие люди, повторяю, ревностные, смелые. Со мной сидели два юноши, Бурлак и Гончар, фамилия их. Третий неважный, курил там по помойкам, а эти двое крепкие, они мне завидовали, у вас Библия, нам не разрешают. Ни один не шел служить в армию, ни одного из Афганистана в гробу не привезли, все живые. Они назывались биберфоршеры. Их Сталин давил. И Гитлер наравне с евреями арестовывал. И в Освенцим, в Майданек, везде они были. Самый большой процент живых, которые вышли. А там евреи, цыгане, две нации, которые должны быть уничтожены по Адольфу Гитлеру. Они их брали за то, что они обличали. Ты сатана? Как ты смел так немецкий народ обольстить? Он всех арестовать. А биберфоршер означает исследователь Библии. То есть это мы. Я им говорю, мы свидетели Иеговы, православные. Мы знаем имя Божие. Я хочу написать. Мне сказал наш брат, куда написать. Там юстиция, генеральному прокурору. Стоит ли писать в Думу и президенту? Два места мне непонятны. Стоит ли написать? Ну, как напишу, то напишу. Мне нужна поддержка ваша молитвенная. Написать. Несправедливо с ними поступили. Их взяли сегодня, нас завтра возьмут. Один немец так говорил. Когда пришли арестовать коммунистов при Гитлере, я промолчал, я же не коммунист. Пришли брать профсоюзный деятель, а я не профсоюзный деятель. И дальше начали брать католиков, а я не католик. И когда пришли меня брать, никого же соседей нету, пустые комнаты. Значит, и за меня никто не заступился. Мы должны подать голос. Я об этом
написал, там разговор был. Ну, что-то даже написал, имя Иеговы высветил. Кто не согласен с тем, что я сказал, что обращаться в эти органы? Дайте опровержение. Я заблудился, не знаю. Но у меня сердце тревожит все время. Я не прав, что я молчу. Если вы согласны, я прошу, где-то себе пометьте, зарубите на твердых лбах. Не до дома донесли, чтобы помолиться об этом. Бог справедливый. И он говорит, я есть путь истины и жизни. Это не поистине. Они не экстремисты. А знаете, у них не дают кровь переливать. Да, не дают. А вы знаете, сколько людей умерло? Я говорю, сколько? Много, тысяч. Я говорю, один человек. Один? Да и то не в нашем государстве. А то, что переливают кровь, вот брат знает нас, Виктор Андреевич, когда я уезжал, завещание дал. На английском, немецком, французском все перевели с печатями. Если я умру, от меня тело ничего не брать. Хотя и брать-то там нечего. И кровь не переливать. И как мой труп обратно привезти, спрятать за ящики картонные. И где похоронить, от мамы рядом. Ну, не потребовалось. Вдруг я явился живой. Сестры меня тут обнимали и говорили, ой, хоть мощи вашу обнять. А мы там продымились в дороге. Я так попутно вам говорю. Значит, я могу надеяться, вы поможете. Чтобы там были люди, которые откликнулись. Я слышал, там уже написано, где-то в интернете я прочитал, Владимир Владимирович, что Путину доложили, то другое. И он что-то сказал, разберемся, что-то такое слово. А почему не сказать и нам? Кулаками-то, говорит, после драки мотать не надо. Они здесь живут, они хорошие работники, безобманные. Они честные, у них хорошие семьи. Они любят Слово Божие, но только они издали там свое, новый всемирный перевод. Ну, надо взглянуть глазами другими. Даже враг голоден. А это получается сразу арестовывай. Вот как только православные получили свободу при Константине Великом, они буквально через день императору сказали, а у нас еретики есть. Ну да, есть. Надо арестовать их, ссылку сослать. Он говорит, нет. Вот столы, садитесь и рассуждайте, кто как будет. А он не принял крещение, язычник еще. Он принял крещение перед самой смертью, да примет от еретика арианина. Там Евсевий был. Константин. Равноапостольный. Он говорит, вот за стол садитесь. А нам нужно так, мы православные, значит, под меня все. Не годится. Патриарх сейчас говорит о русском языке. Не забывайте, помолитесь. Об этом Андрей, я не глядел, где патриарх говорит, а Андрей говорит. Надо подумать, надо молиться. У нас огромное богатство Библии и все остальное. Вот у нас было столько, люди ушли, спрашивают, а куда вы ушли? А вот куда они ушли? Ты помнишь, у нас крещение принимал такой приятный юноша или мужчина Борис? Где? Нету. А почему? А сказали, что вы секта, я не хочу заблудиться. А дальше-то уже не секты. Я тогда узнаю дальше, как жизнь, и везде командует жена. Ты какой угодно будь, но не будь подкаблучником. Подкаблучник – это орудие сатаны. Жена тебя научит. Она научила. Учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Кто сказал это? Тот, у которого жены не было. Апостол Павел. Он по-другому сказал. Она мне написала в интернете, говорит, вы сказали, что женщина как смерть. Разве такое Библия может? Я говорю, нет, так не написано. Написано, горше смерти. И даже показал, где. Горше смерти. И сразу заглохла, и больше ни разу не появилась. Я жена-ненавистник. Вот у нас был здесь роман. Начинала с чего? Плоская земля. Ну, доказывать не надо. Солнце наверху. Америка звонит, у вас что, полночь? Ну, если плоская вот такая земля, только линия сделана. Ну, светит-то одинаково везде, она же не прогнута. Если она прогнута, значит, она шар. Корабль идет в море, только мачта, видать, мачта как будто из воды вылазит, когда ближе идет. По-своему, кончилось чем? Причащается, через неделю батюшка недействительный. Президент у нас недействительный. Российская Федерация земли я не принял, полностью сошел с ума. Никому не подчиняюсь. Наручники, поехал. Я все равно приеду тут, то люди есть. Год не прошел, все распродал уже заочно, нигде ничего нету. Не надо это делать, тебя Бог призвал. Вот представьте, вчера я новый ролик вижу, и написано, один день святого человека. А, как праведника. А? Праведника. Праведника. Праведного. Вы никогда не догадаетесь, кто это ставит. Открыто сказать, один день простого человека, и он начинает
Один ролик, первый ролик идет, он идет, показывает, где туалет. Ну правильно, как Мартин Лютер, где раскопали, говорит, по скобках, его туалет нашли. И все показывает. Как гитара стоит, говорит, это моя жена, я так понял, назвал. И кто это? Брат наш Никита Колесников. 5 лет прожил. Здесь у нас, по милости Божией, никого русских не убил. 30 лет исполнилось, в армию не призовут, вернуться на Украину. И хорошо говорит, и да благословит его Господь, занятия ведет. А отключи сразу пошли, да возвращайся, ты потеряевку. В общежитии-то жить, что там нахвалят, все не твое, раз. А во-вторых, это и стук, и крик, и гамма, ничего не оставь. А то сегодня только что было. Знаете, у нас когда здесь интернет снимать, я с батюшкой буквально не надо. Я говорю, знаешь, батюшка, давай посмотрим. Смотри, вот ты признаешь Алфеев, митрополит, заместитель патриарха. Ну а ты еще могу. Все снимается. Смотри, патриарх Кирилл. Мы признаем или нет, или молимся за него. В алтаре все снимается. Причащаются, рухополагают. Освещают алтарь, как они там это все разглаживают, елей. Все снимается. Патриарх Алексей как-то мешали фотографировать. Он сразу же сказал, не троньте. Это наша история. Но мы уйдем, а другого ничего не остается. У нас община. Вот так, чтобы отдельно исповедоваться. В отдельном помещении. Ну, как, пойди, Покровский собор везде там. Один исповедуется, 20 стоят рядом, слушают повесть в живьем. А здесь отдельно. И мы это хотим оставить и показать. Так уже было. Новые ролики находят, и новые люди приходят. Я даже не думал, что что-то тронет там. Тронуло. Мы который раз просматриваем. Это надо же так вот. Как вы могли сделать? Господь сделал. 15-16 том. Кто не имеет, можете почитать. 84 человека, как у нас пришли. Некоторые не стали даже членами общины, ходили на занятия. Некоторые говорили, а потом их нету. Оглашенные, изыдите. В Боровских храмах где выполняется это? Где выполняется в Алтайской епархии? И где выполняется в Русской православной церкви Московского патриархата? Назовите мне определенный храм, чтобы мы посмотрели, как это выполняется. У нас оглашенные, изыдите. Выше в коридоре все стоят. А было время, человек по 10 стояло. Некоторые стояли, стояли и ушли. Мы никого не тянем к себе. Но если мы, по милости Божией, познакомились, и человек принял крещение, теперь мы за него отвечаем. И теперь помогаем ему духовно расти. А ушел, как правило, ничего нету. Я стал просматривать те, которые ушли. Нигде. Попытался их найти, даже никто не знает. А почему? Подогрев нужен все время. Надо все время кормить, это дитя малое. Люди уходят. Есть один признак, по которому уходят. Мы их не знаем, кто они. Она говорит, они были наши с нами, но ушли. И через то открылось, что они не все наши. Момент ухода это высвечивает. И у нас, когда уходили, они как хлопали дверью. А там, куда пошли они, к царобрядцам где, там полный молчок. Ни один рта не раскрывает. А почему? А там, говорит, посадили дурака, да на 4 кулака. Там живо тебя выведут и подскажут тебе. Ребра пересчитают. Там что-то не так, епископ был, и спинали избили. Я такого даже не слыхал никогда раньше. Я могу быстрее фамилии назвать, как было. Поэтому ты улучшай то, что у нас не так. Нас интересует мнение людей, других, которые к нам приходят. На свежий глаз. Ты видишь, что у нас не так? Не молчи, а подскажи, чтобы мы исправились. Мне вчера задали загадку. Скажи, в каком году ты родился? И тебе сколько лет? Ну, год ты, допустим, 1940-й. И тебе там сколько лет? 59, 69. Прибавь, и получится 2019 год. Ну, свой год. С днем рождения. И мне говорят, это надо же так. Ни китайцы, никто не узнали. И мне дают, дескать, вот как удивительно. Я сразу посмотрел, ответ дал. То и удивительно, что с первого года Рождества Христова на каждый год у каждого человека то и самое будет. У каждого, а ты говоришь, один раз в 1000 лет только бывает так. Я говорю, миллионы раз на каждый год бывает.
не миллион, а миллиарды раз. Потому что ты-то считаешь в этот год, а свои годы представил, когда ты родился, ты на другой, ты выйти не можешь никак. Они такую тайну из этого сделали. Я посмотрел, вчера стал еще, ну, еще круче головой, это надо ум решать. Нам Господь это дал. Мы до сегодняшнего дня сохранили. Приближается день нашей общины. Знаете, когда первое красное воскресенье после 19-го. Сегодня я подумал, может быть, батюшка посоветуется, да пригласить нашего митрополита Сергия, как в прошлом году в это же время он был. Побыть с ним, порадоваться. Если не согласны, просто помолите. Батюшка приедет и сам вопрос этот задаст. Бог сделает так. Ну пока все, я еще маленько добавлю в конце. Нагань. Я, во-первых, хочу сказать, что девочек у Стиновых нету по поводу отсутствующих. Они предупредили, они сегодня на работе, попросили их не терять. Вот. Второе. Звонил Виктор Плеханов. Плеханов, Виктор? Виктор Плеханов. Угу. Кто его знает, кто помнит. И помните его маму, Татьяну? Да, конечно. Татьяну. Вот 26 декабря исполняется 10 лет, как она умерла. Вы меня слышите, Игнатий Ильич? Слышит, она не умерла, зарубили топором. Наняла кого попала и зарубила тот, чтобы не воняло. Погибла, но умерла. Вот. Он просил помолиться. Кому она была близка, кто ее помнит, помолитесь о ней, пожалуйста. 10 лет. 26 декабря. А он сам-то как там? Он верующий, у него борода там. Да? Да, все как нужно, как у мужчины. Ходит молиться, каждое воскресенье посещает молебны. Помоги ему, Господи. Поэтому работает водителем, да, посты соблюдает. Ну, как мы, только не с нами. На Алтайске, да, живет на Алтайске. Ты спросил, где живет? На Алтайске. Я за него молюсь. Не женаты, да, детей нету. Больше ничего. Не женаты, детей нету, больше ничего не знаю. Еще один такой момент. Мы с вами неоднократно слышали замечания в сторону некоторых членов нашей общины о том, что проходят, не здороваются. В частности, к детям, не знаю, как взрослые. Сегодня я была свидетелем одной ситуации. Когда зашла сестра с детьми, во дворе стояли братья. Поздоровалась. Но они далеко не все поздоровались. Продолжали разговаривать и смеяться. Было смешно, правда, Сережа? Вот, поэтому вы помните о том, что сколько бы вы ни делали замечаний, сколько бы вы ни говорили бесед душеспасительных на эти темы, если вы своей жизнью это не показываете, все слова ваши тщетны, и вам же на осуждение. А, еще один такой момент. Да, я не один раз замечаю, я думаю, не только я, мне кажется, Виктор Андреевич тоже заметил, может, и не только мы вдвоем, что некоторые наши сестры молодые приходят в храм, принося сюда из мира накрашенные глаза, накрашенные ногти. Будьте добры, пожалуйста, помните, куда вы приходите. Это дом Божий. И какой вы пример подаете? Если здесь есть родственники этих девиц, вразумляйте, наставляйте. Оставляйте это все. Мы, конечно, не можем вас заставить это не делать. Вы делаете свой выбор в жизни. Если вы это делаете, но хотите приходить в Дом Божий, ну, хотя бы имейте уважение к тем людям, которые приходят сюда к Богу. Не подавайте этот соблазн остальным, раз вы такие смелые, с такими нарощенными ресницами, красивыми бровями накрашенными, черненькими. Это касается всех. Кто знает этих девиц, их родственников, передайте им, пожалуйста. Ну, так получилось. Ведь их и нету. Их здесь и нету. Будьте, пожалуйста, уважительны и к Богу, и к людям. А в свою очередь родственники, то же самое. Добрый христианский пример. Он от вас должен неотъемлемо исходить, а не так, что детям мы говорим, это все плохо, это все от мира, дружба с миром, это вражда против Бога. Мы можем много бесед вести, но если вы сами подкрашиваетесь, мамы, тети,
Если вы сами это делаете, позволяли себе это, то что вы ждете от детей? Да, аминь. Спаси Христос, сестра. Еще у меня, простите, Виктор Андреевич, я сегодня немножко задержу вас. Закончу за здравие, как говорится. Вы, многие из вас, помогли нашей семье в установке газа. И вот в четверг нам его подключили. Как раз на праздник Иконы Чудотворца. Это, конечно, все долго, но я вам скажу так. Долго все, это все, что проверяется у них там. Я не знаю, как это проверяется, но очень долго. Всех монтажных работ 1.5 дня. Все остальное, бумаги я принесла ему мгновенно, все собрала очень быстро, все остальное проверка одна, проверка вторая, проверка третья, проверка на Южном, приехали, проверили еще раз, но все это понятно, все-таки от этого зависят жизни людей, не только да, нашего дома, нашей семьи, но и окружающих, потому что если рванет там по трубе и все тому подобное, я не знаю, как это ужасно. И я вам очень-очень благодарна. Спасибо, Христос. И слава всем, Христу. И всем, кто помог, люди Игнатия Тихоновича, телезрители, я тоже вам благодарна. Спаси Христос. Всем вам низкий поклон. И тепло. Тепло, да. Тепло. Теперь у нас тепло постоянно, там выставляется температура. Ложишься тепло, встаешь тепло. От этого же горячая вода у нас. И плита тоже подключена к природному газу. Топить нет, печку не надо, но мы не переделали, не убирали печное отопление, мы варили туда такие огромные краны, они даже удивлялись, у вас, говорит, такие трубы, обычно у людей там поменьше диаметре, а у нас такие объемные трубы, варили краны огроменные, и, в общем, если вдруг какие-то катаклизмы с электричеством, потому что газовый котел это прежде всего электричество. Электричества не будет, котел не работает, отопление не работает, воды не будет. Будет только плита будет работать. И я этому очень благодарна. Пусть плита работает, поесть сварим, даже и без света. Вот. А поэтому... печку оставили? Печку оставили. В случае каких-то катаклизмов можно эти краны снова открыть, затопить печку, и тепло пойдет по всей системе. Вот так. Спаси Христос всех, кто молился, всех, кто... проникся, да, и принял участие. Я вам очень-очень благодарна. Спаси Христос. Слава Христу. Спасибо. Если нету тех, кто красил, то наращивал, так, наверное, надо взять людей, да пойти тем сказать, кто это делает. Я здесь ни одного не видел этого, никогда. Не мог я не сказать им это. Вы не заглядываете. Значит, узнать, чья жена, там родственники, пойти и это дело выявить. А то люди сидят друг на друга смотрят, а у всех все нормально. Я ли, не я ли, да? Не ты ли, не ты ли. Сестра совершенно правильно сказала, сколько бы вы ни говорили, но если мы сами не даем примера своей жизнью, своим поведением, то это все наши слова тщетны и напрасны. Поэтому мы часто даем соблазн своим детям, близким, далеким, своим поведением, своим словом. Поэтому, наверное, я тоже неправильно воспитывал своих детей. И еще раз, в очередной раз прошу молиться о моем сыне, который пока в миру, сюда никак не дозовусь, чтобы он пришел. Барнауле, да. Надеюсь, помните еще, как зовут Никита. Ну, а в внуках тоже о Таисе и Илье молитесь. Сложности бывают. Там другие взгляды на воспитание в семье. Хотя признаюсь, что воспитаны сами нами, родители, правильно. А другой взгляд уже на воспитание. Там, что вы фобии тут начинаете создавать у моих детей? Фобии, то есть страхи. А без страха ничего и нету. Ты только вышла на улицу, уже страх должен быть у тебя. Страх попасть в яму, страх попасть под автомобиль идущий. А без страха чего? Ты страх у тебя уже и в квартире твоей страх. Окно открытое, ты вывалится у тебя ребенок, если у тебя не научить ему страху. Вот именно, сколько этих детей к нам везут? Я притчу хотел рассказать. Два вагона отходят от вокзала. И говорят, что два года. В одном строго по инструкции, порядок,
чистота, ни о каком пьяне там речи нету. И проводник регулярно смотрит, чтобы чужие не проникали в вагон. Ехать очень далеко, очень далеко. А о другом вагоне говорится, здесь полная свобода, никто не смотрит. Живите свободно, как хотите. Пьянь, дрянь, все здесь в этом вагоне. Курят, пьют и блудят, все в этом вагоне. Но мы должны сказать, на вагон этот еще, когда отходил от перрона, ни разу до станции не дошел. Там где-то до запасной путь или что есть, и дальше свет кончается неизвестно где, в ущелье. Никто живой оттуда не возвращался. Так, билет берете? В общем-то, почти что одно и то же цена. Какой берете вагон? И как вы думаете? Вот в этот вагон, который кончается ничем, 99 берут. А там, где чистый, до места берут, только один. Вот вы разумеете, что это такое? Ну, о болящих, я думаю, что уже все слышали, да, кто болящий. Еще скажу, что сейчас, в настоящее время, у нас в больнице находятся брат и сестра, брат Алексей Сиськов. В очередной раз он был оперирован, сделали ему стент, стентирование одного затомбировавшего, когда был в Томске, один остался не стентированный тромб, не стентированный шунт. И вот теперь он затрамбировался достаточно больше, ну, в достаточной степени, чтобы обуславливать ему боли в области сердца. И поэтому необходимость возникла такая, чтобы поставить стенд. Ну, сейчас себя чувствует благополучно. В понедельник, вероятно, сделают ему еще там контрольное УЗИ, ультразвуковое исследование, и, может быть, на выписку. Передаю всем поклон, благодарит за молитву. И сестра Алевтина находится тоже на стационарном лечении, там у нас в краевой больнице. Тоже поклон передает всем. А какое отделение? Алевтина в эндокринологическом отделении, 9-я палата. Алексей Семенович в кардиологическом отделении, 4-я палата. Ролик, который про это, хотел сказать, называется, с Андрюша, называется «Ничем не занятая душа, тире хорошая кузница сатаны». Ну как не дает? Да, он что-то дал за тысячу. Молимся. Занятия будут, да, брат? Песнопение занятия. Куда пошла? Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милости Господь, услыши наши молитвы и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Милосердный Создатель, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты наш единый вечный Бог. Мы умоляем Тебя, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий единородного Сына Твоего, Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, ради пролитой крови Твоей,
прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Объяви, кто будет делать горку и когда. Снежную горку каждый год делать для ребятишек. С Игорем созвонитесь и договоритесь, на какой день. Нина. Где-то, где-то, где-то.